Вы на канале ТВ для детишек. Привет, меня зовут Маша, а это Мишка, мой большой друг. Правда, Мишка? Я живу рядом с Мишкиной избушкой и часто прихожу к нему в гости, чтобы поиграть. Хочешь поиграть вместе с нами? Давай, нам будет интересно и весело. Мишка очень любит рисовать, только никогда не может объяснить, что же именно нарисовано на его картинках. Давай посмотрим их вместе и решим, на что это похоже. Чтобы было не скучно отгадывать Мишкины рисунки, мы придумали интересную игру. В центре этого колеса мы будем вешать рисунок, а по краям – изображение разных предметов. Ищи среди предметов те, на которые похож рисунок Мишки, и нажимай на них мышью. Только не раздумывай долго. Отвечать нужно, пока колесо крутится. В центре колеса ты видишь Мишкин рисунок, а на его краях – изображение разных предметов. Найди среди предметов тот, который похож на рисунок Мишки, и нажми на него мышкой. Да, мы угадали правильно. Мишка, крути колесо! Мы угадали правильно. Молодец, у тебя все получилось. А если Мишка еще что-нибудь нарисует, мы с тобой снова все отгадаем.